Сейчас будет закрытие. Закрытие у нас идет по ту же музыку, что и открытие. После того, как выстроится ладья, выходят все сольные исполнители. Вообще не важно, в каком порядке. Вот, например, выходит Юля Кулакова. Она выходит, она может сделать какой-то поклон и уйти в ладью зайти. Следующая танцовщица, там Аня Артеменкова, там Света Булаш и так далее. Вы выходите по очереди. Ведущая вас видит, и она начинает вас объявлять. Вам надо не проворонить момент, когда выстроилась ладья, чтобы не оказалось такого, что ладья просто плывет сама по себе, а вы не выходите. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны.